торжественном мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы Ольга Коробова и Геннадий Скляр, министр образования и науки области Александр Аникеев, специалисты органов местного самоуправления, образовательных организаций, отраслевого профсоюза, педагоги всех муниципалитетов области. Поздравляя педагогов, Владислав Шапша отметил их огромный вклад в совершенствование системы образования региона. Губернатор также подчеркнул, что в области за 5 лет построено более 30 детских садов. В прошлом году построено 2 новых школы, в этом году еще 2, и до конца года также будут введены в эксплуатацию 2 школы. За 2 года почти 30 школ было отремонтировано и оснащено новым оборудованием. Завершается строительство одного из самых крупных в стране студенческих кампусов – Бауманского университета. Первый студент уже осваивает эту площадку. В Калуге открыт первый в стране федеральный технопарк профессионального образования, в котором ежегодно будут проходить обучение порядка 10 тысяч специалистов. С 2025 года начнется программа по капитальному ремонту колледжей и общежитий. Все это результат нашего общего труда, и он был достигнут при полной поддержке нашего президента. Глава региона особо отметил, что на днях впервые в истории всероссийского конкурса «Директором года 2023» стал наш земляк, руководитель средней общеобразовательной школы номер 25 города Калуги Алексей Макрушин. По мнению губернатора, проведение в России года педагога и наставника – признание учительского труда на самом высоком государственном уровне. Вы пришли в профессию по зову сердца. Для нас, для Калужской области, для наших детей – это самый правильный ваш выбор. И еще раз за ваш труд, за вашу любовь, за вашу искренность и профессионализм вам низкий поклон. С праздником! Лучшим педагогам региона были вручены федеральные и региональные награды. В завершении состоялся праздничный концерт.